Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Десай, и в этой рубрике, как вы поняли по названию, будет проверка работы грузчика, а именно я буду проверять, сколько я смогу заработать за один раз, за сколько там, за 10 минут, за 30 и за час времени на игре Матрешка РП. Но я напомню, что я играю на Матрешка РП пятом сервере, если вы хотите играть вместе со мной или прокачаться как-то, я вам могу денег дать, может что-то там поиграть с вами, то заходите на сервер по ссылке в описании, качайте игру, при регистрации указывайте промокод BOOST, который даст там 50 тысяч после отыгровки 2 часов и ламбу на 2 дня. Не упускайте этот шанс, но я желаю вам приятного просмотра, ставьте лайки и погнали. Сначала давайте расскажу, в чем цель этой рубрики. Я хочу показать новичкам, какая работа лучше, и поэтому я буду проверять все первоначальные работы, потом перейдем к работам уже, которые официальные, по типу таксиста, автобусника и так далее. Буду я проверять все по отдельности, то есть сколько можно заработать за один раз, допустим, таскание груза, за один раз, допустим, рейса в автобуснике, сколько можно заработать за 10 минут, за 30 минут, за час и, допустим, за 10 часов. Будем все это рассчитывать по математическим всяким вычислениям. Все результаты будут более-менее точными, поэтому, если что, можете проверять сами. Также, если вы хотите следующую серию по проверке работ, то набираем под каждым таким роликом 50 лайков, и она выходит просто моментально, просто как пушечка, просто вылетает. Ну и первая работа у нас на очереди будет грузчики, она находится в самых первых первоначальных работах, находится на карте она вот здесь, поэтому если что, можете добраться сюда самостоятельно, арендовав мопед в этом месте, просто он стоит 50 рублей, можете, если хочу, попросить денег. Берем мопед и едем в это место, на самом деле оно не сильно такое популярное, потому что в принципе там работников мало, ну и потом вы узнаете в конце ролика, сколько можно здесь заработать, и на самом деле это не очень большая сумма по сравнению с другими работами, которые мы будем проверять в этой рубрике. Ну и вначале, когда я только начал работать грузчиком, я потерялся, у меня возникли некоторые трудности, потому что я не мог найти чекпоинт, и в принципе люди тоже непонятно куда бегали, я вроде бегал туда, куда они бежали, но чекпоинта и не там нигде не было. После я спросил у игроков, куда можно мне пойти, чтобы как-то найти чекпоинт, чтобы взять этот груз, чтобы перенести его и начать зарабатывать наши первые бабки. Через время я нашел игрока, с которым мы плотно пообщались, так, дружились, можно так сказать, я ему дал свой YouTube канал, и он сказал, что просто случается баг, что нужно переодеваться еще раз, потому что чекпоинт может не появиться с первого раза. Я переоделся, и с этого момента мы начинаем нашу работу, а именно с 11.09 и закончим, наверное, в 11.52, где-то так, что прошло буквально полчаса. Потом мы посчитаем, сколько мы получили за эту работу за полчаса. Выведем расчеты, сколько можно за один раз получить, сколько это по времени займет, то есть за одну минуту. Сколько можно заработать за 10 минут, за 30 и за час, и дальше за 10 часов. Но для вас придет от по щелчку пальца, а для меня придется работать целых полчаса. Пошла жара! Так, ребят, наше время прошло, все было честно, никаких запинаний, ничего не было. Ну, в общем, мы заработали за все время, пока мы бегали, за полчаса 9100 рублей. Это, в принципе, не такая уж большая сумма, за полчаса можно было заработать больше намного. Но мы потом подойдем к тем работам, которые сделают много денег для нас. Поэтому это первая работа, мы проверили ее за полчаса и смогли заработать 9100 рублей. На самом деле, по моему мнению, эта работа достаточно скучная, но если у вас какой-то квест стоит на ней, то можете, в принципе, по-быстрому его сделать и полететь оттуда, допустим, на авторынок, хотя не знаю, машину можно такую купить или нет. Можем дальше поехать, допустим, на другие работы, которые мы сейчас будем проверять. Поэтому, ребят, это такая себе работа, специфическая, но на первое время 10 тысяч, почему бы и нет, можно, в принципе, заработать, постараться. Но я, ребят, дам вам рекомендацию, очень серьезную рекомендацию, ребят, поверьте, на начальном уровне она вам очень сильно поможет. Просто вводим /промо, такая команда существует на всех серверах, вводим /промо и вводим промокод BOOST, он даст вам 50 тысяч после отыгровки 2 часов. 2 часа пройдут просто незаметно, просто покатайтесь там, что за хуйня? Пополняйте квесты, поработайте грузчиком, либо на других работах и все, и получите 50 тысяч плюс гелик или же лампу, я уже сам не помню, на 2 дня. Работает он на всех серверах, поэтому можете и на первом, либо на втором. Но я играю лично на пятом, поэтому если хотите играть вместе со мной, то ссылка будет в описании, вся инфа будет в описании. Ну а с вами был я, Десай. Напомню, что наберем под этим роликом 50 лайков. И следующая серия, где я буду проверять работу шахтера уже, да, именно шахтера, выйдет уже совсем скоро. Просто буквально за один день, если мы наберем 50 лайков. Ну я желаю вам приятной игры на Матрешка РП, чтобы у вас было много денег и не ходите в казино. С вами был я, Десай, и всем бай!